Временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Алаторский район дал ряд поручений руководителям органов власти. Детская поликлиника Центральной районной больницы Алаторского района выглядит именинницей. Она открылась в январе этого года после капитального ремонта. В числе сотрудников – врачи, приехавшие сюда по программе «Земский доктор». Анна Петрова работает уже 2 года и успела купить дом. Здесь ей очень нравится. Впрочем, пациенты поликлиники тоже радуются изменениям. Вы теперь разницу чувствуете, да? Да, очень чувствуем. А в чем разница, расскажите? Светло, уютно. Все чисто. Было очень приятно слышать конкретного человека, который высказал свое отношение, что кардинально все поменялось не только во внешнем оформлении, но и в отношении со стороны врачей, в оснащении самой больницы. Мне кажется, это самое главное. Это результат взаимодействия органов власти всех уровней. Такой подход к решению проблем дает ощутимый результат, уверен Олег Николаев. Еще один пример – реконструкция Алаторского краеведческого музея, построенного еще в далеком 1911 году. Важно было сохранить здание как объект культурного наследия. Поэтому реконструкция ведется особенно бережно, с соблюдением архитектурных регламентов. По поручению Олега Николаева на эти цели было выделено более 22 миллионов рублей. Планируется реставрировать полностью фасад, заменить инженерные сети и отделать внутренние помещения. Жду от вас, значит, четкого графика производства работ. Значит, мы с вами должны тут зафиксировать самое главное следующее. К зиме, понятно, должна быть внутренняя инженерия, отопление должно быть подано. Качество муниципальных и поселковых дорог, посевная кампания, модернизация комбикормового завода. Под контролем в РИО главы все, что напрямую влияет на жизнь людей. У жителей районов должна быть работа, стабильная зарплата. Особое внимание спортивным объектам, благоустройством стадиона «Спутник» Олег Николаев занимался еще будучи депутатом Государственной Думы. Несколько лет назад о плачевном состоянии спортивного сооружения узнала вся страна, благодаря передаче знаменитого хоккеиста, тоже депутата Госдумы, Вячеслава Фетисова. Незадолго до Нового года хоккейная коробка была уже готова, но предстоит еще много работы, чтобы можно было заниматься не только хоккеем, но и другими видами спорта. Так, дело с мертвой точки двинулось. Здесь еще предстоит достаточно много сделать. Задачи остаются прежними. Здесь создать благоприятные условия для занятия, прежде всего, массового спорта. Это и хоккей, и футбол. Я думаю, что здесь можно и беговые дорожки сделать. Александр Соловьев, Павел Редков, Республика.